Автопарк Ненецкой окружной больницы пополнился новыми каретами скорой помощи. 4 автомобиля приобретены в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве региона с компанией-недропользователем «Русьвет Петра». Сегодня в торжественной обстановке технику презентовали отделению скорой помощи. Ключи от 4 новеньких авто представитель компании «Русьвет Петра» вручил заведующему отделения скорой помощи. Игорь Муратов, в свою очередь, передал ключи тем, кому предстоит управлять новыми авто, их водителям. Среди них Артем Чернега. В Ненецкой окружной больнице он работает с 2006 года. Из них 3 года за рулем кареты скорой медицинской помощи. Артем уверен, состояние и срок эксплуатации любой машины, а тем более машины экстренной службы, во многом зависит от водителя автомобиля. Каждый месяц на ТО у нас было обслуживание, они были все исправны, все время исправны, как бы поддерживали их работоспособное состояние, чистоту. В принципе, они тоже автомобили неплохие, я бы сказал так. Ну а почему не рады? Ну, мы-то всегда как бы рады. Сегодня за отделением скорой медицинской помощи закреплены 8 автомобилей. 4 из них в ближайшее время спишут, истек срок их эксплуатации. Новые авто придут им на смену. По словам заведующего отделением Игоря Муратова, это машины отечественного производства, хорошо знакомые нашим специалистам. Новая техника принадлежит классу «Б». Машины категории «Б» позволяют вести, оказывать медицинскую помощь в салоне автомобиля и вести мониторинг за состоянием здоровья пациента. Оснащение автомобилей соответствует приказу Минздрава. В него входит и дефибриллятор, в него входит аппарат искусственной вентиляции легких, электроотсос, в него входит наборы реанимационной детски. Новые авто выйдут в рейс сразу после оформления соответствующих документов и дооснащения. Сегодня в отделении скорой медицинской помощи круглосуточно работают 3 бригады, 1 врачебная и 2 фельдшерские. Поэтому 1 машина в автопарке будет стоять про запас. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, телеканал «Север».